Погнали, четвертый этап. Добро пожаловать на вторую часть виртуального турнира Speed Rush. На этом этапе все пятеро наших конкурсантов примут участие в серии свободных испытаний. Посмотрим, кто из них окажется на вершине. У всех стабильное соединение, работающие микрофоны, все знакомы с избыточной поворачиваемостью своих автомобилей. Все готово, партнер. Говорит Норм, аналогично Зоя. На месте, Майкл. Магнус. Тогда обойдемся без лишних церемоний. Начинаем. Наше первое состязание будет гонкой на выбивание. А для большего интереса наш действующий чемпион стартует с последнего места, пройдет в драфте минимум 7000 метров и одержит победу. Это мы. РП повышается. Маунт Панорама. Понеслась. Майкл на Мустанге. Магнус на Бэхе. М5. Нифига себе, он рвет. На прямой. Отъезжает. А на выбывание тут больше секунд идет. 1.20 уже. А сколько там? 40, походу. Так, тормозим. Сорок пять. На каждое выбывание запас есть. Так, драфт, куда ты деваешься? Так, на прямой надо побольше собрать. Отъезжает опять. Пока 3500. Чуть тараним Магнуса, а то он медленный в поворотах, вырывает, но тормозит много. Так, 2 из 3. Норм сейчас отлетает, осталось 1500 набрать. Так, до соточки сбрасываем. Ну, берись. Алло. Где драфт? Вот он. На торможение поймался. Так, 3 секунды. 2, 1. Успели на первое место. Вот это прикольно получилось. На долю секунду прорвались на первое место. Жестко. Магнус дает бой. Надо отдать тебе должное, Магнус. Ты добился серьезных успехов. Я тренировался.
Ха, кажется, кое-кому видеоигра Speedrush пришлась по душе. Наше следующее состязание – гонка на выносливость с изюминкой. В ней нашим пилотам предстоит справляться с настоящим произведением искусства, внедренным в игру реалистичных износом резины. 49,7 РП. Десяти три, 10,1. Вроде как по стандарту гонки на выносливость 10 км проехать. Е-трон. Аппаратище. Снаружи. Но внутри неповоротливая. На больших скоростях повороты плохо заходят. И еще износ резины тут подключили. В поворотах теперь надо поаккуратней. Меньше дрифта. Ай-яй-яй. Сносит. Поршик зелененький. Хорошо смотрится. Напрямую. Занесло. Круг 5,80 где-то выходит. По километражу. Да что ж ты слетаешь? Жесть какая-то с этими поворотами. Непривычно так до стольки сбрасывать. 130-120, чтобы вписаться на затяжных 140. Тут вручную тормозим побольше. Тридцать процентов износа. 9 км накатали. Тише, тише, тише. Так, вон пошли места. 9,8. Десяточка. Зойка. И Манус. 10 секунд в запасе. По тормозам. И заканчиваем эту выносливость.
Так, пока на ремонт не идем, посмотрим, как что нам за задание следующее. Что это? Не может быть. Колесо гонок. О нет. Только не это. Колесо успешно дебютировало в королевской битве пилотов, поэтому мы решили использовать его и в игре «Оживи гонки». И наше виртуальное колесо решило, что наши пилоты должны соревноваться на повышенной скорости и сцеплении с дорожным полотном, но с пониженным ускорением и на ослабленных тормозах, как волнующее. Ахмед со своим колесом фортуны. Но затестим, что там скорость максималки. Два круга. Вылетаем с поворота, теряем секунды. Врезаться вроде можно. И выезжать с трассы тоже можно. На втором кругу используем пару маневров. Дружно все едут. На лагуне Магнус так не отрывается. Так, идем в атаку. Отодвигаем Майкла. Нормик. Отключаем автомат. Пробуем залететь в поворот. Так вот. Дрифтом. Сократили. Ворвались на первое место. Магнус, наверное, в шоке от такого события. Есть. Завозим первое место. Это еще тачка на ремонте не стояла. Что ж, тебе удалось произвести на меня впечатление, Магнус. Ты настолько улучшил свои результаты, что мне даже захотелось предложить тебе шанс бросить вызов сегодняшнему чемпиону в завтрашней финальной схватке. Я польщен. Тогда решено. Магнус вернется на завтрашнюю гонку, но в сегодняшнем раунде у нас остался еще один интереснейший заезд. Финальный этап. Командная гонка. Норм и Майкл против Зои и нашего будущего чемпиона. Узнаем, сможет ли какая-то из команд финишировать на первом и втором местах одновременно. Пропустить бесплатно можно. Интересно. В чем прикол?
52.3 уже РПхи предлагают. Так, стартуем последними. Зойка вторая. Так, отодвигаем Магнуса. То есть норма. И пускаем Зойку вперед. Командная схватка. Не подпускаем, норма. У них там все в порядке. А то написали, что нельзя никому выезжать дорожного полотна, даже соперникам. И врезаться нельзя. О, занесло. Норм атакует. Тихо, мирно едем. Так, будем пытаться прорваться на первую позицию. Зойка не против. Или ладно. На последнем повороте попробуем идти в атаку. Первое место вроде. Корпус впереди был, но все равно вторыми приехали. Так, затащили. Доли секунды 9.45 на 9.54. Разница. Хотя вроде засветилось первое место. Так, прокачаем до пятого этапа. Потому что что-то видно будет РП повышаться. Так, реклама, иди в баню. Завершаем четвертый этап. 75 тысяч. Награда 20 голды. Загружают. Отлично, потрясающее проявление мастерства. Прошу выразить свою признательность пилотам в чате. Пришло время попрощаться с Зоей, Нормом и Майклом. Но до конца виртуального турнира Speed Rush нас ждет еще одна финальная гонка, в которой наш чемпион сразится со своим главным соперником Магнусом Райлендером. Но что самое интересное? Вы, фанаты, сможете также принять в ней участие. С счастливчиками были высланы копии видеоигры Speed Rush. Они то и смогут выступить в завтрашней схватке. Интересно.